Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Здравствуйте. У нас пожар на 4-м этаже по адресу проспект Реческий. А что горит? Ну, квартира, там с окна очень большой дым идет. Да, такой черный дым. 4-й этаж? Да, 4-й этаж. Сколько этажей всего в доме? 9. Да, 9 этажей? Да, А какая квартира горит, не знаете? Ой, не, если честно, не знаю. Вот самый первый подъезд. Хорошо, техника выехала. Пожар случился под нами, получается. Услышали в спальне запах какой-то паленой проводки, понюхала свои розетки, вроде все нормально. Потом уже увидела белый дым из окна и сразу позвонила в МЧС. Я просто начала одеваться, смотрю, уже в доме очень большой густой дым. Я быстрее пошла в ванну, полотенце взяла, под дверь засунула. Ой, у меня слезы, истерика, все. Я быстро и начала стучать, быстро в дверь, усилия, чтобы меня заметили. Вот, потом меня спасли. Мне одели кислородную маску, получается, меня сопровождали. И спускалась по лестнице. Ну, мне было страшно, но меня поддерживали, чтобы я там ничего не упала, и все было вполне хорошо. Хорошо, что все хорошо закончилось.